Еще дышишь, чертов везучий? Какой же ты живучий, однако. Господи боже! Эй, собачка! Аборт! Рядовой Уайт, славный парень. Возвращайтесь, капитан. Генерал Череп. Сейчас мы подобрались к нему как никогда близко. Если убьем генерала, обезглавим военную машину врага. Это он, да? Это Череп. Помоги мне выбрать. Взгляни на того, кто подойдет для вивисекции. Я видел все, кроме истинной жестокости. До сих пор. Ох, Фидо Сын. Есть! Ты и я, Ласкас, сваливаем нахер отсюда! Ну! В таким раже трафик на западу психиатричной роты. Я вижу кого-то. Ее зовут Аня. Ухаживает за мной. Сейчас 1960-й. США сдались 12 лет назад, когда нацисты сбросили атомную бомбу. Поезд на Берлин. Правильные черты арийца. Бойцы сопротивления, где они? Биджей Бласковец. Кэролайн, ты жива. Если ходить под себя, это жизнь. Враг верит, что войне конец, что мы слабы, не в силах им противостоять. И как всегда, враг не прав. Сет Рот. По официальным данным, его задержали и отправили в концлагерь. Ты Сет Рот? Я не уверен. Ты знаешь, кто такой Сет Рот? Ты из Дарады Худ. Источник технологий нацистов, я за тобой. Надеюсь, ты нашел, что искал, дружище. Меня зовут Бомбатор. Уильям Джей Бласковец. Ты берегись. Никто не уйдет. Макс Хас. И я тоже, Макс. Макс не любит насилие и не хочет, чтобы кто-то пострадал. А, Ихуд. Древнее тайное общество. Мы изобретатели. Технологии, да, Ихуд. На века опережают все, что вы знаете или даже можете себе представить. Добро пожаловать в Берлин, Бласковец. Представьте себе, командует ими фрау Энгельт, ваша подружка. Небось, Череп ее повысил за историю с лагерем. Эй, капитан, вы угнали молот Евы, самую мощную подлодку во всем нацистском флоте. И как можно быстрее двигайтесь дальше. Давайте сотрем Черепа с лица земли. Череп, надо было сразу убить мерзавца. Выпотрошу стаймя. Капитан, мы на позиции. Ядерная пушка заряжена. Можно стрелять. Стреляй. Сегодня не будет. Уехал по работе в Даллас. О, милый, сильно он тебя стукнул. Отдыхай. Все пройдет. Есть супы. Еще каша. Что ты будешь, малыш? Ну же, капитан, помоги решить. Ты упрям, капитан Бласковец. Это достоинство. Мое терпение, оно просто безгранично. Интересно, что победит, твое упрямство или мое терпение? Задача простая. Просто взгляни на того, кого мне выбрать. Я жду решения. Ну же, капитан, помоги решить. Ты упрям, капитан Бласковец. Это достоинство. Мое терпение, оно просто безгранично. Интересно, что победит, твое упрямство или мое терпение? Задача простая. Просто взгляни на того, кого мне выбрать. Я жду решения.
же, капитан, помоги решить. Ты упрям, капитан Ласковец. Это достоинство. Мое терпение. Оно просто безгранично. Интересно, что победит? Твое упрямство или мое терпение? Задача простая. Просто взгляни на того, кого мне выбрать. Я жду решения. Аня, в чем дело? Кэролайн! Я его вижу! Сюда! Уильям! О, глупенький! Ты правда думал, что мы тебя бросим? Ох, ядрись, у него кишки наружу торчат! Давай, держи там руками! Плохо дело. Тащите вертолет! Тихо, тихо! Раз, два! Взяли! Это счастье. Завершить дело, ради которого пришел в этот мир. Давай. Рядом с любящими друзьями. Ты даже не представляешь, как я страдаю. Бомбата! Мы улетели! Огонь! Да, мадам! Он теряет кровь! Быстрее! Макс, Макс! Меня накрывает волной жара. Полотенце! Кажется, небо в огне. Кэролайн, он умирает! Не жми! Он синеет! Бомбата, готовь каталку в ангаре! Будем через 90 секунд! Смерть вновь стоит у ворот. Кричит мое имя. Заходи, старушка. Прости, что заставил ждать. חמל חייבים לבוא. שגמלני, כל טוב. Посмотри-ка, Билли. Мой папа говорил, когда у тебя будет сын, отдай ему это кольцо. Оно обручальное. Оно в нашем роду уже 8 поколений. Представляешь себе, сынок, это наша реликвия. Ты встретишь свою любовь и наденешь ей кольцо на палец. Это очень ценная вещь. Блин, на улице, кажись, 40 с хреном градусов. Не говори отцу про кольцо. Он его отнимет. Он про него не знает, вот и помалкивай. София! Мама! Прощен ли я? Была ли моя жизнь праведной? Заслужил ли я того, чтобы увидеть рай? Ты даже не представляешь, как я страдаю. О, нет. Мама. Я попаду в ад. Тяни, тяни, Бомбата. Нам придется удалить почти весь кишечник. Делай, что нужно, Сет, умоляю! Не покидай нас, Бласковец. Если выживешь, я обещаю тебе, обещаю, что все будет хорошо! Кендерлах, приведи мне доноров крови! Живо! Так, слушайте, ты, вашу мать, соберете всех и построите в очередь у лазарета! Шевелитесь! Шевелитесь, парни! Свет! Свет! Нужен свет! Сиди тут, не шуми, он идет! София, где он? София, прочь с дороги! Он же не виноват, не трогай ребенка! Не беси меня, я видел его с ней! Он же дитя, они играли, он не понимает! Ни хера подобного, прекрасно он знает, что нельзя общаться с негритосками! Я не позволю бить сына, хватит! Ты даже не представляешь, как я страдаю, о, София! Я каждый день надрываюсь, все руки в кровавых мозолях! Они своими поборами с меня кожу живьем дерут. Я унижаюсь, лишь бы не прогореть. Я видел их вместе, София. Они тискались под тополем. Я этого не допущу. Я слишком долго вкалывал твою мать, чтобы потерять репутацию из-за того, что мой сын втюрился в негритоску. Рип. Так жить больше нельзя. Я готовлю, мою. На мне лошади, хозяйство. Не один ты за всех страдаешь, Рип. Зря ты не закрыл лавку, как говорил мой отец. Мы всем должны. За свет 3 месяца не платили.
Ты потерял все деньги, которые вложил мой отец. Ты играешь с огнем, София. Что на тебя нашло? Я не тот, с кем можно распускать язык. И не тот, за кого я вышла. Я вышла за мужчину, чья семья бы не голодала. Бог свидетель. Слышишь? Не позволю избивать сына. Заткни пасть, а не то ее сам заткну. Все вы жиды такие. Лучше всех все знаете, да? Еще дерзит мне жидовка сраная. Я женился на тебе, потому что ждал пользы от твоего папаши. А ты как камень на шее, вечно лезешь не в свои дела. Не хочешь растить малого как надо, так я сам его воспитаю. Пошел вон! Благодарная сука! В шкафу спрятался. Даже смотреть на тебя тошно. А ну-ка иди сюда! Быстро! Ну что будешь делать, Билли Сосунок? Смелым вдруг стал? Хана тебе, пацан. Чш-чш-чш. Дыши ровнее, Бласковец. Восстанавливай силы. Мы начали важное дело. Расклад меняется. Круг Крайзау теперь на подъеме. Ты будешь нужен мне, когда мы начнем действовать. Чувствуешь, как толкается? Бесси, иди есть! Да, 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 ты умница. Да, Бесси, ты хорошая девочка. Никуда ты не денешься, скули сколько хочешь. Жизнь, она не сахар, парень. Иногда ублюдков надо наказывать. Убивай или сдохнешь, старые немощные обречены. Мрази всех мастей, грязные сволочи и прочие твари из кожи вон лезут, лишь бы отнять трудовые доходы у белого человека. Мы должны вправить мозги этим гомосекам. Это твой долг. Палец на курке. Так. Теперь застрели ее. Но какой же ты слабак. Весь в свою мамашу. Помни, милый. Дальше будет лучше, чем сейчас. Thank you.
Это ты. Возьми. Они тебя ищут. Черт! Они уже тут. Это теперь наша подлодка, нацисты. Вам и не отнять. Живо! Ой, вот так-то лучше. Раз, два, три. Ау, Фидерзейн, вонючие куски дерьма. Так, Бласковец, я рад, что ты пришел в себя, но я рад, что ты встал с постели. Где она? Я не видел ее с тех пор, как они с Кэролайн обороняли лифт на верхнюю палубу. Тогда покажи мне, куда идти, сэр. Энтли, ты хоть знаешь, сколько пролежал? 5 месяцев. Твое тело искалечено. Ты понимаешь меня? Почки отказывай. Будет трудно мочиться. Шмекели свой не сможешь использовать. Ну и много чего еще. Сейчас не до того, скажи. Фрау Энгель, она охотится за тобой. Перевернула все вверх дном и наконец нашла тебя. Нацисты проникли на подлодку. Много раненых, много убитых. Меня вообще отрезало от остальных. Все, мне пора. Нет, Хакмир, ништяк, чайник, я же сказал просто нет. Просто помоги найти... Лифт на верхнюю палубу. Ну ты полный Оксен. Ты полный Оксен! Ну ладно. Путь к лифту на верхнюю палубу лежит через толпу нацистов. Но! Я установил ловушки, правда не успел их активировать. Но! Глянь сюда. Это карта. На ней показано, где стоят ловушки. Используй их против Ферхакта Фашистен. Вот так. Осторожней. Постарайся не умереть, будь так добр.
Ступай. Фрау Энгель, ищешь меня? Наоборот, дамочка, это я тебя ищу.